Чтение имен, оно происходит не случайным образом. То есть цель именно не пропустить ни одного имени, и поэтому как бы стараются двигаться по определенным спискам. Если посмотреть, где мы находимся и с какой скоростью эти имена озвучиваются, то вот где-то в 30-х мы наконец все эти имена прочитаем. И вот где мы будем в этот момент находиться, это большой вопрос. И, собственно, парадокс Ахиллеса и черепахи в том, что Ахиллес вроде как это догоняет черепаху, она за это время каждый раз немножечко убегает. И беда в том, что, собственно, эти списки, они, ну, в некотором смысле начинают пополняться. И как бы с какой скоростью будут ли они пополняться, это большой вопрос. Потому что, вот Мила все правильно сказала, как бы, там, в отличие от тех же немцев, мы не можем ничего зарекаться, потому что у них школьники там в обязательном порядке ездят в, собственно, в лагеря. Вот. Собственно, в Аушвице я тоже сам был, когда путешествовал. Вот. Кажется, что это должно, конечно, давать реальную прививку. А мы ничего не можем зарекаться. Володь, у них, я просто хочу добавить, не сказала, у них из зала проще говорить, кстати. У них люди, над которыми были вот эти процессы, с ними же ничего не делали. Они вот, ну просто им... Они плакали, они посыпали голову пеплом. Даже были случаи, когда они подходили к раввинам и говорили, мы хотим попросить прощения, но ведь в иудейской религии там нет такого, как покаяние, да, прощения. И раввины говорили, попросите прощения у тех, кого вы убили, мы вас простить не можем. Тупик, да? Все. Вот. Собственно, по поводу не зарекаться, там, кто мог подумать, что такая совершенно адская жестокость, там, в Беларуси будет, там, год назад, там, про Тим Яровиков может много рассказать. Он в самое горячее время там к своей семье поехал. Вот. Как когда-то, не знаю, там, за бело-красные носки или там за там бин в сумке. Там, собственно, люди опять же под пытки попадали. Вот. А, ну, собственно, на самом деле, сейчас есть стихотворение, раз вот об этом и прочитаю. Как раз по следам тем событий. Грянул гром, за нами побежали. Так шпана стреляет, голубей. Словно бы и не было скрижалей, с этим глупым детским не убей. Словно праздник новогодней елки, взрывы фейерверков до утра. Только из-под вспоротой футболки алая повисла мишура. И пройдет сквозь ужас красной ниткой осознание простотой страша, что за каждой пулей, каждой пыткой есть своя убитая душа. Что ж, бывает, стража при пожаре охраняет сор в своей избе. Как случилось так, что божьи твари стали просто тварями без «б»? Как случилось так, что божьи дети растеряли в раз себя самих, разделив всех на своих и этих, тех, кому не жалко дать поддых, тех, кого не жалко искалечить, но для них не люди, груды тел. Очень просто нас расчеловечить, чтобы видеть только сквозь прицел. Как им спится темными ночами, все едино, что добро, что зло, люди не родятся палачами. Что же с ними вдруг произошло? И когда настанет час расплаты, пусть мы не сумеем позабыть, что страшней, чем ими быть распятым, только встать самим в ряды убийц. А следующая песня, она была написана до этих событий, но внезапно оказалась созвучна с точностью до рифма Крестов и Окрестина. Я вышел за хлебом и внезапно угодил под каток. Мордой в асфальт, крыльями к небу, а по телу электрический ток. И мне было все растолковано, все разъяснено не спеша. Моя акция не согласована, здесь нельзя ходить и дышать. Кто-то скажет, старик, не моя война, что забыл я на этой войне. Я не курю травы, не теряю дна, и по правой хожу стороне. Я это слышал сто раз, ля-ля-то-поля, так гораздо комфортнее жить.
Особенно если спокойствие для прочно карманы зашить. А кто-то давно уже навострил лыжи и покинул свой отчий дым, так решив для себя вопрос, как бы выжить и остаться с собой самим. Бегут с корабля, раз уж трюм затопила вода. Но если крыса стоит у руля, она сама не уйдет никогда. Она словно к штурвалу прикована, держит курс на самое дно. Смена власти здесь не согласована, здесь бандиты и власть заодно. Законы физики едины в Штатах и в Сомали, их правила довольно просты. В стране, где к власти приходят нули, вначале побеждают кресты. Но когда небо в клетку от этих крестов начинает зерно прорастать, за одним неравнодушным потянется сто, значит, пришло время менять. Это власть в стране, где все разворовано, где все якобы предрешено. Здесь свобода не согласована, смотри на небо сквозь решето. Хотя метафоры несложно понять. Я еще не готов за собой жечь мосты, но уже не в силах молчать. Я пою своим голосом сорванным, я реву, как загнанный зверь. Моя правда не согласована, я стучу в закрытую дверь. На решетках стальные засовы, но мы свободнее своих сторожей. Эта песня не согласована, эта песня не согласована, эта песня не согласована. Но пора сменить пластинку, диджей. Ну, когда я пою эту песню, когда пою, собственно, вот ту, которую пел в первом делении, конечно, там сейчас сталкиваешься с реакцией. Типа, чувак, ты художник, что это за политота? Ну, конечно же, это не политота, потому что я интересуюсь политикой, и политика — это про обсуждение это налоговых ставок, про обсуждение всяких, не знаю, пенсионного возраста, всяких интересных вещей. А то, что нельзя пытать людей, это как бы не политика. Там, то, что архивы репрессированных должны быть открыты, это не политика. И когда я говорю про некую власть песни, то как бы, для меня как бы, все это не является политическим предпочтением, как бы, как я говорил, это первое отделение, что сейчас, конечно, такое время, когда стало гораздо проще, ну, вот, на мой взгляд, то есть, я понимаю, что это там, вряд ли полное согласие вызывает, но, на мой взгляд, сейчас довольно просто, как бы, отличать добро от зла. То есть, те, кто пытают, это зло. Те, кто это фабрикуют дела против тех, кто раскрывает, поднимает правду о репрессиях, это зло, там можно там, Юрий Дмитриев вспомнить. Те, кто там, пытается убить и там, пытается там, посадить тех, кто скрывает правду о творящихся преступлениях, о пытках, конечно, это зло. И в этом плане как бы для меня никакого особого выбора не стоит. То есть, вот этот выбор, который там еще 15 лет назад был там чисто политическим, мне кажется, сейчас не осталось места для политики. Вот. Надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся к этой очень скучной для многих вещи, как политика, а пока как бы, никакой политики нет. Ну, на самом деле я не люблю, как бы, да, Дима знает это. Я не люблю, когда песни все это мрачным. Вот. Ну, даже в этих песнях, в принципе, некоторое место для надежды было. Но сейчас я попробую еще чуть поиграть это такого более вечного.
звезд. Что может быть выше звезд на башне Кремля? Только синее небо, как жалобно стонет под нами живая земля. Она так завидует этому вечному своду. Чертить, разделить, клочья порвать, разметать, распилить. И оно служит нам маяком безграничной свободы. Где-то во мне живет маленький Бог. Он смотрит на этот мир свысока, и лишь те звезды, что дарят тепло, для него что-то значат. Где-то во мне живет маленький Бог. Надо мной смеется из-под тишка, но когда я о нем забываю, он горько плачет. Выше звезд, что может быть выше звезд на погонах вождя, только синее небо. Перед небом и просто бездомных бродяг. И ему безразличны все наши чины и медали. Все золото мира вернется во прах, развеется пеплом на древних ветрах, и останется нам только то, что другим мы раздали. Где-то во мне живет человек, он пока за решеткой, дверь заперта, но однажды он сможет найти ключ и выбраться к свету. Где-то во мне живет человек, и вся моя подлость, вся нищета уходит бесследно, лишь стоит мне вспомнить об этом. Звезд, только синее небо. Выше звезд, только синее небо. Только небо. И спою финальную песенку, мне кажется, что очень уместно к сегодняшнему вечеру. Пожелтевшее фото, знакомый мне взгляд, застывший на память 100 лет назад. Букву в углу, увы, уже не разобрать. Не страшно, ведь я был готов. Я видел их раньше во множестве снов. Я рад этой встрече, я сразу сумел их узнать. Людей, которые за спиной стоят невидимой прочной стеной. Людей, которые рядом всегда со мной. Людей, которые за спиной стоят невидимой прочной стеной. Людей, которые рядом всегда со мной. У них за плечами и радость, и боль. Они знают на вкус и сахар, и соль. Жар душного лета и холод промозглых зим. Они прошли голод, чуму и войну. И лишь чудом один из них выжил в плену. Я им благодарен, ведь я теперь неуязвим. Плоть от плоти, кровь от крови, я плод их надежды, веры, любви. Они шепчут, не бойся, мы рядом, лишь позови. Ты стоишь в начале пути,
За твоей спиной множится и множится твои ушедшие в небытие предки. За правым плечом по линии мамы, за левым по линии отца. Они твои крылья, они твоя сила. Держи их всегда за спиной, и никто никогда не сможет сделать тебе больно. Если пока ты помнишь о крыльях, ты неуязвим. Кто-то скажет, оставь этот Ветхий Завет, это люди, которых давно уже нет. Пора уже забросить этот забытый балласт. Мне есть что ответить, но я промолчу. Лишь снова и снова зажгу свечу в память о тех, кто меня никогда не предаст. О людях, которые за спиной стоят невидимой прочной стеной, о людях, которые рядом всегда со мной. О людях, которые за спиной стоят невидимой прочной стеной, о людях, которые рядом всегда со мной. О людях, которые рядом всегда со мной. Спасибо.